Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей любимой школе нам выдали аж целых две коробки продуктового набора школьника. Что внутри, вы увидите из видео. Вот. А пока что я зачитаю вам содержание листовочки, которая там была. Итак, в этой листовочке, помимо телефонов горячей линии, помимо официальной информации на сайте МОС.ру, агрегатор добрых дел, информация, как жить в режиме онлайн, ядома.ру, были изложены меры предосторожности. Так и написано. Получили доставку? Меры предосторожности. После получения доставки распакуйте ее и выбросите пакет или упаковку в мусорное ведро. Помойте руки с мылом не менее 40-60 секунд. Протрите влажной мыльной тряпкой поверхность, на которой успели полежать пакет или упаковка от доставки. Что же лежит в первой коробке? Согласно комплектовочному листу номер 1, там следующее наименование. Молоко 1 литр, 2 штуки. Крупа в ассортименте 0,9 кг, 3 штуки. Макаронные изделия 0,9 кг, 1 штука. Сахар 0,9 кг, 1 штука. Кукуруза консервированная 0,240 кг, 1 штука. Сгущенное молоко 0,37 кг, 1 штука. Печенье с начинками 0,061 кг, маленькое такое, 2 штуки. И сок в ассортименте нам достался яблочный, 1 литр, 2 штуки. Что интересно, по весу не 1 кг ровно, а 0,9 кг. Вот с чем это связано, непонятно. Удобнее же считать, когда целое число. Пока руки не дошли до второй коробочки, я вам зачитаю выдержку из листовки, которую я показал в начале видео. Уважаемые родители, эту коробку с продуктами мы подготовили для вас, чтобы помочь в непростой период распространения коронавируса. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и семье. Мы будем рядом и всегда поддержим. Вот несколько простых советов, которые помогут вашей семье и целому городу. И дальше идут меры по профилактике коронавируса. Я о них уже рассказывал в предыдущих видео. То есть мойте руки, ограничьте контакты, не ходите на мероприятия, ограничьте встречи с близкими, с друзьями и так далее. То есть берегите себя, с уважением, правительства Москвы. В принципе, все правильно. Вот настало время второй коробочки. Комплектовочный лист номер 2 рассказывает нам об ее содержимом. Молоко 1 литр, 2 штуки. Мука пшеничная 2 килограмма, 1 штука. Сухие завтраки 0,45 килограмма, 1 штука. Рыбные консервы в ассортименте 0,24 килограмма, аж 4 штуки. Масло подсолнечное 1 литр, 1. Палочки соленые классические 150 грамм. 1 штука. Шоколадная плитка 0,085 кг, ну, меньше 100 грамм, 2 штуки. Какао растворимый 0,25 кг, 1 штука. И чай черный 25 пакетиков, 2 коробочки. Что могу сказать? Достаточно сбалансированный набор. Правительство не поскупилось явно. Вот, например, консервы рыбные нам досталась скумбрия. Сейчас было видно. Хранится она долго, на вкус вроде бы как ничего. Ну и всякие мелкие такие детские ништяки в виде шоколадок, этих печенек каких-то и прочей такой мелкой ерунды. В принципе, на жизнь хватит. А еще мы написали заявку на второй такой же набор. Ждите обзора в ближайшее время. Спасибо за просмотр.